6 сентября Азербайджанское государственное телеграфное агентство «Азертач» представляет свою информацию в новом сайте. Некоторое время назад был дан анонс об обновлении сайта «Азертач». Новый ресурс, подготовлен в современном дизайне, отличается более высокой функциональностью. При обновлении интернет-ресурса агентство использовало самые современные веб-технологии. Были обновлены разделы для удобного и оперативного получения пользователями необходимой информации. Кроме того, пользователи, став абонентом «Азертач», смогут получать все новости, видео и фотоинформацию напрямую со своих электронных адресов. В то же время внесены изменения в рубрике сайта, создан ряд новых разделов. Для более полноценного доведения процессов развития, новшеств и событий, происходящих в последние годы в регионах страны, функционирует раздел региона. В других разделах также упрощены размещение и использование новостей. В ближайшие дни также начнет действовать обновленная видеостраница «Азертач». В этом ресурсе пользователи смогут получать краткую и содержательную информацию о событиях, происходящих в Азербайджане и мире, знакомиться с интересными проектами агентства. Кроме того, в короткие сроки будет полностью обновлена и станет более функциональной мобильная версия сайта. Пользователи смогут отслеживать «Азертач» также посредством программ, которые разработаны для приборов, работающих на платформах Android и iOS. В настоящее время «Азертач» наряду с азербайджанским языком распространяет информацию и видеоновости на 6 языках: русском, английском, немецком, французском, арабском и китайском. 2016 по 2019 год агентство будет руководить организацией информационных агентств стран Азии и Тихого океана и Всемирным конгрессом новостных агентств, членом которого являются ведущие новостные агентства, такие известные поисковые системы, как Google и Yahoo. «Азертач» также является активным членом таких региональных информационных структур, как ИАНА, АНЕП, САНА, ИНА, ТК. Зар Мусаев, Эльмин Лачинов, «Азертач».